В Атырау мужчина остался инвалидом после драки с друзьями. Подозреваемыми по делу проходят несколько человек. Но, по словам родных потерпевшего, виновные на свободе. А следователи якобы затягивают с расследованием. Сегодня близкие потерпевшей стороны пришли в областную прокуратуру за объяснениями. Все детали в материале Дианы Хайрамбековой. 7 месяцев назад местный житель Самат Жиксималиев отправился на встречу с близкими друзьями. Неожиданно словесная перепалка переросла в мордобой. Как результат, мужчина стал инвалидом второй группы. Родственники потерпевшего утверждают, что полиция никаких действенных мер не принимает. По их словам, следствие затягивается, а виновники до сих пор на свободе. 7 месяцев прошло, а дело не расследуется. Мы не были вовлечены ни в судебный процесс, ни в расследование. Мы обратились к следователю Нурбулату, который заверил нас, что идет экспертиза. Эта экспертиза продолжает затягиваться. Мы хотим, чтобы виновные не остались безнаказанными. Однако прокуроры утверждают, что расследование продолжается, но состояние здоровья потерпевшего затрудняет проведение следственных мероприятий. Кирилл, тоқтау-тоқан жоқ. Следствие не завершено и не закрыто. На данный момент состояние здоровья потерпевшего мешает проведению полноценного расследования. Мы планируем получить заключение специалиста. Может ли он участвовать в действиях следствия? Родственники пострадавшего мужчины требуют немедленно задержать виновных. В противном случае намерены обратиться в Верховный суд. Диана Кайрамбекова, Нурбек Шадин, телеканал Алматы, Атырау.